лайфхак. Как сделать тесто собственными руками? И сделать тесто, я имел в виду сделать тесто только из одного ингредиента. Вы спросите, Джулия Исакова, с ума сошел? Так невозможно сделать. А я вам скажу кое-что. Возможно. Знаете, из какого одного ингредиента? Из маршмеллоу. Ну, вы сейчас скажете, Джулия Исакова, ты сошел с ума, точно. Нет, я не сошел с ума. Я вам говорю, что так сделать по-настоящему можно. Итак, берем, любое количество маршмеллоу, желательно одну вот такую банку. Только полную. И берем перчатки. А где мои перчатки из пакета? Блин, я же их убрал. Где они? Итак, берем это маршмеллоу и именно в перчатках. Но если хотите, чтобы у вас были руки грязные, можно и без перчаток. И именно в перчатках, я вам сказал все, размешиваем это маршмеллоу. Ну, во-первых, чтобы маршмеллоу легче размешивалось, я вам сделаю второй, лайфхак в лайфхаке. Вот же эти перчатки. В общем, лайфхак в лайфхаке. Суть в том, что вам нужно просто намочить эти маршмеллоу. Залить туда воду, вылить это. Замочить, чтобы они были мокрые маршмеллоу. И тогда тесто будет влажным, и оно будет вкуснее. В общем, у вас все так получится и легче. И маршмеллоу будет легче. Вот, делаем вот так. Затем берем хоть вот такую вот дощечку берем. В общем, на дощечку. И как бы там скалкой, не скалкой размазываем это самое, вот это вот тесто из маршмеллоу. И уже добавляем. В общем, делайте пирожки, если хотите, из маршмеллоу. Так как реально пирожки из маршмеллоу возможно сделать, друзья. В общем, пользуйтесь, пока я живой.